Здравствуйте всем, дорогие друзья, всем привет, с вами, как всегда, я, Леха и канал Hardplay. И мы сегодня посмотрим VIP-такси. Вы часто возите дур таксуем на Майбахе? Это у нас Евгений, наш любимый, с вами вот этот вот, который таксует. Он мне там в видеоролике ответил: Женька, я видел, 14 литров расход, по-моему, 14, да, ты сказал? Не так уж и много, кстати, все-таки аппарат такой хороший. Вот, у меня у друга, у Лехи, 6,3 AMG Gelandewagen, там расход 40, у меня такое ощущение, что там 60 расход, потому что стрелка бака на глазах, она вот так падает, когда быстро едешь, да. Но это немножко другое, так что всем приятного просмотра, ставь лайк, подписывайтесь на канал, и вот, опа, телеграм-канал, да, все, подписывайтесь. Все, поехали, давайте посмотрим. Ребятушки, ну что, всем привет, сегодня суббота, время 18:55. Выехали мы только с умной мойки, обрили немного меня, и уже в телеграме пишут, что у меня раздобрело лицо. Наверное, я сам раздобрел тоже немного. Ну что, конечно, когда спортом не занимаешься, тут не только раздобреешь. Работать будем. Жень, я тебе могу все рассказать. Вот ты знаешь, вот мне здесь недавно, я захожу, представляешь, в свой любимый hard.inst, да, вот, ну, захожу, ну, есть у меня такая соцсеть, вот, и мне, представляешь, с галочкой, знаешь, кто пишет? Никогда не поверишь, Арни, старина Арни, пишет, говорит: Hello, Алексей, I am watching you on YouTube, you are amazing. А я ему говорю: О май гад, Арни, what the fuck? И он мне, знаешь, что говорит? Ну, я не буду сейчас по-английски, да, ну, идеальный английский. Вот, он мне говорит: see you банка, понимаешь, 54 пожилых сантиметра. Он говорит: в лучшие годы мистер Олимпия был таким же. Представляешь? И, короче, он говорит: amazing body. Я говорю: ой, я всех из друзей сразу удалил, вот одного тебя теперь смотрю, все там. Вот, так что, если без шуток, попробуйте, знаете что? Вот как я кушаю раздельное питание, пацаны, очень-очень хорошая вещь, не напрягает, и очень удобно будет для вас, тех людей, которые постоянно за рулем. Ничего сложного, все это копейки стоит, ни в чем себя не ограничиваешь, и вот очень хорошо. Вот, у меня вот тут, вот уже вот много я, короче, похудел. Да, красивый буду к лету, да, очень красивый. Все, поехали, приятно посмотреть. До 5 утра, это часов 10. Посмотрим, что у нас сегодня будут за клиенты и сколько нам удастся сегодня заработать. У меня тут заказ попался очень далекий. 110 километров, час 32. Ну кто в чате пишет? А как раздельно хлеб с сосиской есть? Ну как, в смысле, чтобы ты раздельно питался и не полнел? Вот ты вот как вот привык? Берешь хлеб, на него кладешь сосиску, да? Ну умные люди, они как делают? Чтоб не полнеть, здесь все просто. Взял в одну руку хлеб, в другую сосиску. И ешь по раздельности, кусая. Все, раздельное питание как бы. Согласись? Ну, согласись, да? А вообще, на самом деле, умные люди, они как? Они знаешь, как делают? Они вот так вот сосисочку пополам надрезают, но не до конца. Вот так вот раз, короче, это сейчас от шеф-повара это. Сосисочку вот так вот на хлебушек кладешь. Сверху так вот, знаешь, вот горчички вот так вот чуть-чуть. А потом вот так вот чуть-чуть вот полосочку маленькую-маленькую, такую тоненькую из мазика. Потом, знаешь, так из кекчука. Потом вот так вот раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз. Этой вилочкой вот так вот тоже тр-тр-тр-тр-тр-тр пошурудил. Вот, а перед этим микроволновочку обязательно. Буквально на секундочек на 20 засунул. Там такой хот-дог. Тебе что, мозг сквозняком выдуло? Пошел вон отсюда! Да, чисто как Александр Невский, да, кушает, да, там, диета. Бургерная. Пересвет с Вегаса. Нифига себе. Ну, едем, что скажу. Я думаю, что 110 километров в одну сторону, это прям... 110 километров? Область. Давайте, наверное, будем думать... 10-15 сразу. Пятнах, прикинь, просто как с куста. Трунь и улетела. Жестко. Ну что, ребята, наш заказ 1,5 часа, 12 700. Знаете, Пересвет, это, конечно, просто деревня, но здесь какой-то есть городочек, что ли, я не знаю, или парк-отель. Там написано 12 100 с лишним километров для такой тачки, наверное. Ну, наверное, да. Наверное, да. 3 звезды. Музей ретро-автомобилей. Газики стоят, ребят, старенькие. Что у тебя там газики? Иногда попадаются такие вот жирненькие заказы. Болтали с человеком, который сейчас привез, он работает в IT. Поболтали с ним про эту сферу и про плюшки, которые дает IT. В общем, сейчас быть в IT — это устойчиво.
Не, ну подождите, ну 12 тысяч вы тоже говорите, 12 тысяч, не забывайте комиссию, не забывайте заправить тачку, не забывайте амортизации и все остальное, так что здесь такое. Независимость от обстоятельств и свобода на рынке труда. IT-специалисты нужны в любое время, в любой стране. У них есть возможность удаленной работы, а также высокий... По-моему, реклама, да, давайте чуть-чуть я проскипну, ничего страшного. О, ладно, другое дело. Музыка мешает вам, нет? Нет. 929. Ох уж эти блатные номера. 929-797. Вот я поражаюсь. Евгений, вот случайно, да, наверное, все это выпало? Ну, конечно же, вы в следующем выпуске скажете, что совершенно случайно выпало, да? Нет же, вот как обычные люди, на обычных номерах... Нет же, вот, пожалуйста, вот оно, вот они, вот эти вот мажоры московские, да? Леха, что у тебя по номерам? Я просто в ГАИ приехал, и все. Нет, я не понимаю, вот почему вы мне не верите? Я сколько раз вам пытался как бы сказать, что, понимаете, иногда просто везет. Просто везет. Я вам еще раз говорю, я просто в ГАИ приехал ставить машину, вот так вот, ну вот, сижу, мою фамилию называют, я подхожу, а он мне вот так вот дает номера, я говорю, а вы точно не ошиблись? А там что-то ММММ 50 регион, и что-то 464, я говорю, он говорит, вам просто повезло, ну это же рулетка, как бы, оно просто везет, я говорю, ну, наверное, просто повезло, поэтому я против покупки номеров, абсолютно против, да. 2,5. Недавно смотрел в интернете. Осуждаю. Знал бы, 3 надо было сразу. Здравствуйте. Подорожали почти в 4 раза. 150 тысяч, да, да, 150. Ладно. Возьми назад, я снимать буду. Подожди. Я назад снимаю. Вот они! Найс звук. Как хотите, полезайте, блядь. Я отсюда. Давай, давай, я со мной. Не, сейчас нормально. Выходим, поместимся, давай. Накрывать. Подождите, пожалуйста, сразу мне скажите, ваш Сбербанк переведу. Пожалуйста, за моей сумкой. Так, замолчите, пожалуйста. Вы присоедините, пожалуйста. Мне? Да. Да не, ну чё, ну и что, ну девочки отдыхали. Культурные девочки, чего? Чё вы начинаете, ну и что? И что? Ну культурно же себя ведут, немножечко выпили. И чё теперь? Ну чуть-чуть, немножечко. Для пассажира? Не, да. По-моему, полторы. Для пассажира? Да. А для водителя? Тоже такой же. Вот, вот это уважение. Вот это вот, вот, я же говорил, я не ошибаюсь, редко очень ошибаюсь в людях. Вот, пожалуйста, девушка спрашивает, сколько таких дур вы повидали? Вот согласись, сразу, вот весь негатив, он сразу уплывает. Потому что признать, что, так скажем, да, это, вообще, я считаю, женщина сразу вот должна подходить и говорить, дорогой, ты у меня такой умный, что вот на твоем фоне, мне кажется, я кажусь немножко, да, сразу, все, сразу максимальное уважение. Осуждаю. Ас. Да каждый день. Каждый день. Да такие, как ты, каждый день сюда садятся. Мне что, моя? Это мемы, и выходят красиво. Мема это что такое? Пояснительную бригаду в комментариях. Мема это что, какой-то клуб? Я-то не знаю, я откуда знаю, я с Подмосковья. У меня тут он, Бургер Кинг и этот, вкус очка. У меня больше нет ничего. Мне тут сказали, самокат какая-то доставка, я хер его знает. Что ты не знаешь, не делай вид. Я говорю, да не знаю, у меня недавно деливери открылся. И то он, заказы жрут по дороге. Ролл не доехали. Девочки, мы приехали, можно молчать? Алло. О боже. Как зовут Сакина? Сабина или Сакина? Сабина. Санина, бля. Я ничего не слышал. Она и сама.
Короче, ребятушки. Что за... Ну, это клуб. Чего, прайм? Не вижу первое слово. И что-то бар. Я же... Ой, ё-моё. Пока никого нету, гороховый суп. Я же никогда не беру. Что было первое слово написано? Троих сзади. Ну, меня, видимо, продавили, что ли. Даже не знаю, как правильно сказать. Так быстро все забрыгнули, что... Я, кстати, историю, Жень, тебе потом расскажу. Я, знаешь, что? Раз, а потом в личку мне напиши. Я тебе расскажу там. Если правильно всем залезть, то в принципе все. Это было давно и неправда, когда мне было 18 лет. На самом деле это просто мои фантазии. Но мы это вырежем. Да, и всем расскажем, что это правда. Я же все-таки альфа. Думаю, блин, поездка короткая. 5 минут. Ну ладно, хрен с ними. Ребята, вы не поверите, короче, первый заказ у меня был за Сергиев Посад на 13 тысяч рублей. Вернулся я в Москву, сделал 2 заказа, покушали мы с монтажером, с видеооператором. И снова мне попадается Сергиев Посад. Там, я не пойму, отток людей из Москвы в Сергиев Посад, сам Омега, дурак. Как такое совпадение? Я Альфа, а ты Гамма, я Омега. Не может быть, я просто не понимаю. И сейчас этот заказ тоже должен стоить, ну, честно скажу, около Чирика точно. 77 километров. А сколько? А, вот он сказал, 77 километров до Посада. 77 километров. Подожди, но это опять же, смотря с какой точки 77 километров, типа вообще не факт. Блин, а когда же я был в Сергиевом Посаде? Подождите, я ведь там был, я зачем-то туда заезжал. Не помню зачем. Помню зачем, зачем-то я туда ездил. Очень давно было, еще до карьеры. Ну, кстати, красивый город. Час езды. Чуть поменьше суммы, чем в прошлый раз. 9 тысяч рублей. Как клиент сейчас мой... Странно считает, да? Типа 100 километров 12 тысяч было, но при этом 77 километров там 8 с копейками. Ну, странно, этот Яндекс, да, или что это считает, вот эта программа. Может, там какие-то свои приколы есть, куда, типа, ехать? Мой сказал, раньше Сергиев Посад был городом православия и бандитизма. Теперь это город православия и туризма. И в Твери пацаны такие. Да-да-да. Ага. Ну да. Смотрите, сколько подключений было к Bluetooth вчера. Игорь Енко, Chicago Bulls, iPhone 52. И в конце. Тварь дырявая. Пассажир себя очень сильно любит. Помню эту девушку, ей 16 лет или 17 лет. Ну, кстати, вела себя она очень прилично. Была с другом, но назвать себя дырявой тварью, что-то как-то жестко прям. Мне же послышалось, я надеюсь. Послышалось, бля, буду. Что? Сесть. Не, его никак не сядет так, ребят. 50 метров тогда проедем хотя бы. Там какой-то клуб гейши есть. 50 метров. Давай, двигайся, да похуй. Разрешите? Проблема. Подожди. Да подожди, бля. 50 метров? Да, там какой-то. Посмотрите в навигаторе, пожалуйста, клуб гейши. Ну да, есть тут. Есть такой, да? Я думаю, не откажет. Ну, типа, если пацаны бы нормально попросили, я бы тоже не отказал. Ну, прям здесь вот следующее здание. Бля, ну, с другой стороны, за 50 метров щемиться в машину. А чё за гейши? Подъедем. Ну, типа, да, 50 метров. Замёрзли, извините, пожалуйста. Прошу прощения. Ну, я не буду везти всех туда. Да я понимаю. Извините. Да не, нормально, ладно, ребят. Ну, вот, наверное, вот этот клуб. А где вход? Только мы даже вход не знаем. Где машина везет вход? А ты считаешь? Я думаю, вот это. Вот этот вход? Да. Чё-то там не 50 метров, слышь? Давайте, скучно, пиздец. Явно не 50 метров. Хорошо, пойдем вина выпьем, я пить хочу. Извините, пожалуйста. Вы все, закон? А как мне поездку завершить? Ну, завершите. Чего? А-а-а! Господи, я забыл, что это МСК.
Это типа, ну, на Майбахе подъехать к клубу. Блять, я сижу, думаю, 50 метров, куда, что? Все, я затупил, я забыл же, что это... Да, нет, вы завершите, да, лучше сразу. Надо адрес поменять? Ну, я завершу тогда здесь, да. Ну да, 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 чтоб все вы увидели, что вылезают с Майбаха. Там все равно 700 рублей спишу. Хорошо, спасибо, извините. Да, все. Извинись. Я не знаю, может быть, я неправильный и жалко парня. Потому что девчонок кто-то раз повез, парней сейчас не повез. Короче, мне кажется, они вообще не обломались. Ребят, не знаю. Возможно, я не прав был, но возить четверых, в тот раз я повез ее, но сейчас не повез. Не знаю. Ну, это вот, Жень, мне кажется, это на усмотрение. То есть, знаешь, это такая вот тема, когда на усмотрение водителя. Здесь не может быть обид или не обид. Есть три посадочных места помимо водителя. Поэтому здесь не... я бы просто, ну, я бы, наверное, повез, если бы я видел, что люди там не бухие, не быдланы, ничего. Просто сели, попросили там, ребят, пожалуйста, довези там, ну, там, чтобы еще одно такси не дозывать. Я бы, наверное, пошел навстречу. А вот если там это... Нет, сразу от винта. Знаю, короче, ребят, это неправильно. И тогда было, и сейчас, короче, наоборот, правильно. Короче, я запутался, честно. Руки вверх. Сейчас я, говорит, выйду там по сигналу. Ты сказал, что у тебя... О боже. Заебись, удобная обувь. Я тебе говорю, что ну нормально выйди, нормально все будет. Чё? Сногож? 2500 вот. Возьмите. Здесь есть вода? Здесь есть вода. Вот тебе вода. Ну вон у вас есть. Я возьму вот. Спасибо большое. Будь дома. Спасибо. Ну, может, а? Я возьму всю воду, которая есть. Ладно? А? Тебе есть что? Вон там. Ага. Есть бутылка. А с того, по-моему, нет. Там. Там две бутылки. Не понял прикол, ну ладно. Водитель, что ли, я думаю. Сейчас по-любому. А что работаешь? А зачем работаешь, блядь? А сколько зарабатываешь? А давай номерок, ё-моё. Слушай, ну да, здесь вот я вообще не представляю, как девчонки-водители работают. Это ж вообще забей. Ты представляешь, как работают, допустим, вот девчонка-водитель? Даже опытный водитель, но это ж вообще забейте. Это, короче, дай вам бог терпения. Кто меня услышит, девушки, кто в такси работают. И серьезно, я что-то только сейчас на эту тему задумался. Но это ж просто, это же постоянно вот это вот. А меня это... Да, вот это вот. Я, бля, я бы чокнулся, мне кажется. Я решил заканчивать сегодняшнюю смену. Заказов просто не очень много, как бы. Да, сумма за 10 часов получилась более-менее нормальная, но далекие-далекие были поездки. Пробег за сегодня, посмотрите, 448 километров. Машина по трассе кушала всего лишь 9.9, 10 литров. Ну, собственно говоря, 10 часов, как раз я на линии. Я в Телеграме опубликовал. Спасибо. Буду знать. Ковал вот этот скрин заказа сегодня в своем, что заказ вышел на 12700, ездил за Сергиев Посад. И многие сразу, водители эконома, начали писать, что за такой заказ мне нужно сделать порядка 20 заказов в эконом-классе. Ну, я как бы согласен с этим, да, но, блин, пробег туда 110 километров, обратно 100 километров, получается 200 километров. Знаете, тоже нехилый. И... жалко прям становится, когда такие пробеги на автомобиле. Не знаю, я честно скажу, что я не люблю заказы в область, не люблю южное направление в Москве, потому что оттуда вообще никогда ничего не поймаешь. Восточное направление тоже. Ну да, назад порожняком ехать. Также тот же Сергиев Посад я ездил. Именно Сергиева Посада автомобиль никто не закажет, потому что зоны Яндекса там не работают. То бишь только можно эконом вызвать. Минусы работы в такси. Ну да, это печально.
Так, итоги. 29 грязными, обед на троих 2, бензин 3 это 5, ну там 5 500. Ну, короче, 23 500, да, у нас выходит. Ну, плюс, я говорю, не забывайте, амортизация, все остальное. Тут покоцали, там покоцали. Но у него очень повезло, Жень, тебе в этот раз с заказами. Давай я так напрямую, да, скажу. Очень хорошо тебе, конечно, повезло. Насчет области не знаю. Наверное, довольно так под вопросом. Ну, каждому свое. Кто-то любит по центру гонять, кто-то еще что-то. Так что крутой ролик, как всегда, лайк, подписка, ссылочку оставлю на тебя внизу в описании. Ребят, не забывайте, заходите, тоже поддерживайте, передавайте от меня привет. Всем удачи.